Украина может наконец получить летальное оружие от Соединенных Штатов. Неожиданное заявление сделал представитель Пентагона. О каком именно вооружении идет речь, расскажет Дмитрий Анопченко. Слушания в американском конгрессе всегда приносят громкие новости. Это не пресс-конференция, где можно уйти от ответа. Выступая перед сенаторами, чиновники тщательно подбирают каждое слово. А часть показаний и вовсе дают под присягой. И слукавить значит понести уголовную ответственность. Вот и сейчас один из ключевых генералов Пентагона, Пол Сельва, был предельно откровенен. В коридорах власти, в том числе и в кулуарах Конгресса, давно уже поговаривают о том, что Вашингтон готов принять решение о выделении Киеву оружия куда более серьезного, чем сейчас. И что даже якобы президент Порошенко конкретно детально разговаривал об этом с министром обороны Мэттисом в ходе своего недавнего визита в Вашингтон. Но сейчас и пресса, и, понятное дело, сенаторы задались вопросом, а каковы сроки, когда это произойдет? Генерал Сельва впервые назвал четкие сроки. Мол, решение о поставке вооружений в Украину может быть принято уже в течение нескольких ближайших месяцев. В предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос. Мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковое вооружение, то есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное. Сельва объяснил, почему необходимо столько времени. По его словам, решения принимаются не только в Америке. Вопрос согласовывают и с комитетом начальников штабов, и с европейским командованием США. Это будет больше, чем просто военные рекомендации. Это будет политический выбор, должны ли мы дать украинским властям средства, которые нужны им для того, чтобы защитить себя от поддерживаемых Россией бунтовщиков на Донбассе. И по той информации, которая просачивается из Пентагона, администрация Трампа, в отличие от Барака Обамы, который лично заветировал поставки оружия Украине, готова этот политический выбор сделать. Так что дело теперь за военными, и вопрос скорее уже в том, когда Пентагон согласует списки этого оружия для Украины и утрясет все другие необходимые детали. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер».